Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону эскалацию армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. Разговор состоялся по инициативе французской стороны. Главы двух государств выразили озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями. Путин и Макрон призвали стороны конфликта к скорейшему и полному прекращению огня, идее эскалации напряженности. Стороны отметили необходимость возобновления переговорного процесса. В этом контексте рассмотрены конкретные параметры дальнейшего взаимодействия, прежде всего в формате Минской группы ОБСЕ.